всех приветствую у себя на канале. Вот такой вот коробок пришел. Ну, пакет, а в нем коробка. Так, сингапурская почта, в общем, шла. Ну, это не важно, давайте откроем. Интересно же всем, что внутри. Давайте аккуратно, аккуратно попробуем открыть. Как я всегда это делаю. Да-да, это тоже посылка из Китая. С торговой площадки AliExpress. Так, что у нас там лежит-то? Ух ты! Ух ты, коробки, в пакете больше ничего нету, коробки, так, это, вот такая вот коробушка, помяты края, немного замят, смотрите, прям как Samsung Galaxy упакован, о, VIP-карта, прикольно. Так, ну что ж, давайте открывать. Также аккуратненько, да? Будем. Так, как она бы. Вот так вот распакуем. Этот коробок. Минуточку, мусор сразу мусор, потом он тут разбежится, потом их соберешь. Вот такая вот у нас Калфур мини должен быть. Карточка какая-то, непонятно, ну ладно, VIP. Потом посмотрим, что с ней делать. Ну что, давайте открывать. Рулончик. Ну, понятно, да? Типа паспорта. Типа паспорта. Все, наверное, не важно. Мешочек прикольненький, такой бархатный, классно такой на ощупь. Ну и что ж тут дальше вот лежит у нас, такой шнур. Ух ты, ну вот понятно. Так вот он раскладывается. Думал, уж сломал. Ух ты, как он сворачивается-то. Так, это что у нас тут такое? Никто не знает. Вау. У нас так, я сейчас попробую чуть-чуть прибавить света, вот так вот болтики, ага, это у нас магниты. И три запасных винтика. Ну, интересно, интересно. В такой. И что интересно, видите, да, видите?
болтики к ним не магнитится, в общем, они к ним. Ладно. Что тут у нас еще есть? И отвертка. Вот такая вот отвертка. Мощнёвская отвертка. Ну, в принципе, и все. Самое главное. Сейчас я достану его. Ну, такой, вам скажу, клапурчик. Какой-то грязный весь. Непонятно. Я его, видать, уже испачкал, пока доставал. Но вот эта вот грязь, что-то тут. Вот, видите? Это какие-то косячные царапины. Тут 10-й пин, как говорят. Ну, пойдет, как говорят, за такие деньги. Голограмма. Но на сайте было заявлено, что это оригинальный мод. Так, ну что, давайте вставим в него аккумулятор. Что это на не вставляется или? Ага. Вот. Поставили. Крышечка закрылась. Ну вот, в общем, это вот такой вот бокс мод Клапур Мини. Варивольт, вариват, 7 ватт стоит. А так он максимум 30 ватт выдает, по-моему. Я еще не знаю. Катамазер проверить. Ну, у меня его пока нет, он у меня только еще идет, наверное, скоро придет, и тогда мы посмотрим, как он работает. Ну вот такой вот бокс-мод. Ну, всем пока.